Большинство праздников иудеи отмечают дома, но Ханука – исключение. В эти дни в Тбилисской синагоге собирается вся еврейская диаспора. После захода солнца в первый вечер праздника евреи зажигают одну свечу, во второй вечер – две, и так до восьми. Восьмисвечник минора на Хануку все равно, что елка на Рождество. Минора горит и в семье Шалвата Труашвили. Здесь накрывают ханукальный стол. Главное – сладкие пончики. Я не представляю, как еврей будет жить без веры. Как еврей не будет накрывать стол во время еврейских праздников. Шалва называет себя грузином, говорит, что уникальность местных евреев заключается именно в этом. Они грузины в Грузии, грузины в Израиле и в любой другой точке мира. Правда, евреев здесь гораздо меньше, чем было при Союзе. Историческая часть Тбилиси. Здесь в каждом дворике жила хоть одна еврейская семья. Всего в Грузии было около 150 тысяч евреев. В 70-х годах многие уехали в США и Израиль. Сегодня их осталось меньше 8 тысяч. Зато число туристов из Израиля растет. Сюзанна пришла в старую тбилисскую синагогу, чтобы вместе с местными иудеями помолиться за мир. Рада, что в Грузии есть синагога. Я счастлива, что могу прийти сюда и помолиться. Я приехала из Италии. Впечатлений очень много. Все те, кто отмечают здесь Хануку, точно знают, иудейские традиции в Грузии сохранятся. София Габилия, Ираклий Нарылшвили, Георгий Гилашвили. Канал ПИК.